представители фракции коммунистов неоднократно пытались втянуть Государственную Думу в обсуждение несвойственных Государственной Думе вопросов. Статья 19 закона о статусе депутата прямо запрещает депутату вмешиваться в судебную деятельность. Любой гражданин, в том числе депутат Госдумы, имеет право на обращение в суд кассационной инстанции. Верховный суд, президиум Верховного суда, Конституционный суд. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы возможным со стороны депутата Рашкина такого рода вот обращение, и можем ли подождать, пока он пройдет вот эти инстанции? Основанием для прекращения полномочий является вступление в законную силу обвинительного приговора, что мы имеем. Поэтому препятствием для рассмотрения Государственной Думы вопроса о прекращении полномочий никак не связано с последующим обжалованием вступившего в законную силу приговора. Приговор не только необоснованный, но он и незаконный. Если суд пришел к убеждению, что Рашкин совершил преступление, то он в силу положений уголовного и уголовно-процессуального кодекса был обязан освободить его от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Я повторяю, обязан, а не вправе. Для применения этой нормы необходимы три условия. Первое, лицо впервые совершило преступление. Второе, преступление небольшой или средней тяжести. Третье, лицо возместило ущерб и иным образом загладило причиненный вред. В деле Рашкина наличествуют все три условия. Причем возмещение ущерба осуществлялось многократно и с весьма приличным запасом. Норма об освобождении от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа не была применена, несмотря на ходатайство Рашкина и его адвокатов. Что это, безграмотность судьи? Нет. Процесс проведен с соблюдением всех процессуальных правил, а судебные акты написаны рукой опытного и грамотного юриста. Очевидно, что правосудие оказалось развернутым в противоположную сторону от справедливости. Если не проявить принципиальность при решении вопроса Рашкина, то может заработать правило, был бы депутат, а статья найдется. Ставится на голосование 43-й вопрос нашей повестки о проекте постановления Государственной Думы о досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Рашкина Валерия Федоровича. За 337, против 58, воздержалось 14, решение принято.